Такого снегопада давно не помнят здешние места. За сутки снежный покров в регионе вырос на 15 сантиметров. Выпало около 20% месячной нормы осадков. Ликвидировать последствия непогоды дорожники начали практически сразу. Было на линии у нас смена. Это порядка 6 КДМок, плюс снегоуборочная техника была. Это снегопогрузчики, мини-погрузчики, самосвальная техника. То есть задействовано было на посыпку, уборку и вывозку снега одновременно. 1500 кубометров снега вывезли с одинцовских дорог за сутки. Всего же с непогодой в округе боролись 326 единиц техники и более 1300 сотрудников коммунальных служб. Пока осадков нет, последствия снегопада продолжают устранять. Дорожники работают в штатном зимнем режиме. У нас круглосуточная работа, поэтому дежурные смены у нас всегда на линии. То есть мы работаем круглые сутки. Синоптики предупреждают, похолодание продолжится. На выходных столбики термометров опустятся до отметки -24 градуса. И снова ожидается снегопад. Наконец-то зима в Подмосковье по-настоящему снежная. Впрочем, дорожные службы она не застала врасплох. Евгения Августина, Артем Ломоносов, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».